Вновь приветствую в своем уютном логове. И это уже 31 глава хардкорного выживания в Скайриме за гаджета мага в тяжелой броне. И сегодня я очень зол. Без шуток очень зол, потому что я несколько вечеров вдолбил в то, чтобы сделать ролик по Fallout'у. И в итоге, после того, как я его выложил, YouTube сказал: «Молодец, ты сделал ролик по Fallout'у, показывать я его никому не буду». И, судя по всему, придется его домонтировать еще чуть-чуть, убрать оттуда пару моментов и перезалить. Замечательно. Настроение просто отлично это поднимает, но давай не будем о грустном, будем о веселом. Это значит, что сегодня я буду отрываться на вот этих золотых бандитах, которые где-то вот тут тусят. Угу. Вот. И окроплять их своим золотым каджитским дождем. Ибо заслужили. О, все. Проверка связи закончилась. Не без шипения. Так, там не будет прохода. Проход будет там. Вот. До кучи, возможно, завтра, точнее сегодня, точнее для тебя уже в прошлом будет еще кое-какой стримец. Да, этот видос, по идее, должен выйти аккурат, когда у меня будет ДР, а стрим, естественно, будет перед этим или после. Ну, короче, в день, когда выходит этот видос, либо был стрим, либо будет. И там я кое-что тоже попробую, экспериментальное немножечко. Буду теперь донимать YouTube своей просто невыносимостью. А я умею быть невыносимым. О, он еще не знает, каким я умею быть невыносимым. Кстати, открою тебе еще одну тайну. Я вообще-то планирую править миром. А для этого мне нужны верные последователи. И если ты в их числе, то... поддержи этот видос, чтобы последователей стало больше, и наша секта разрослась. А еще... так. Вообще нужно поговорить о планах на этот эпизод, наверное, да? Ну, в принципе, мой главный план... Эй, это что сейчас было? Что за провисание? Мы так не договаривались. Вообще, самый главный план... это сейчас просто уничтожать все, что движется и не движется. С одной единственной... ух ты, серебряные перчатки. А у меня они были? По-моему, у меня есть. Да? Да я возьму. Пусть еще будут. Еще одна пара не повредит. Да, у меня серебряные. Так вот. Какой у меня план на этот эпизод? Вообще нужно поднять 15 уровень. А соответственно... чё, уже проголодался? А как ты так? Все, уже не проголодался. Поднять 15 уровень. После этого вернуться еще в Вайтран, еще раз прокачать себе тяжелую броню через тренера. Ну так потихонечку, постепенно, понемногу. Разогнать своего персонажа и уже, наверное, даже в следующей главе, надеюсь, что в следующей главе уже, я смогу прокачать адепта магии разрушения и отправиться в Высокий Хротгар, потому что уже давно пора, казалось бы. А там я вижу какой-то лагерь. Пойдем его разнесем. Попал? Попал. А чё она такая живучая? С первого раза не захотела отъезжать. Мне кажется, он где-то на вершине, да? Этот лагерь. Или наоборот? Ну вот сейчас выясним. Нет, похоже, что все-таки на вершине. Окей, пойдем в обход. Я хочу. Да, да. Лиса сдохла. А тут... ой, это моя креветка. Я уж испугался. Кстати, Лидию я опять по дороге где-то потерял. Но она отказывается исправ... а,
Только я поныл, пожаловался на нее, она тут как тут. Видишь, как резво стремится исправиться. Слушай, вообще куда-то, кажется, не туда. А, нет, туда. Очень даже туда я иду. Как думаешь, получится по прямую через гору срезать? Хвост бы мне не срезали, да? Ну, попробуем. Мне почему-то звук немного не настраивается, но по идее для тебя никаких проблем быть не должно, а я как-нибудь потерплю. Так, еще лисичка. Нежное поглаживание фаерболом по лисе. Ух ты, там кот. Слушай, а у меня есть ощущение, что мне знакомы эти места. Дай-ка я в него выпущу сейчас. Ух ты. Да я прям пулеметчик. Но я не буду спускаться, чтобы его залутать. Потому что подниматься потом долго придется. Но вообще у меня есть ощущение, что это не очень приятные места. Вот я тут хожу прям на тоненького. По очень-очень тонкому льду. Там я вижу лагерь братьев Бури. А перед ним что-то еще. Что это? Там какой-то бандит или рыбак. Это какая-то хижина. Пойдем. Поднимемся. Мне кажется, это какой-то из местных рыбаков или охотников. А почему у меня? Что у меня с управлением? У меня почему-то какое-то время просто не доставался ствол. Подожди. А, вот ты где. Ты мирный? Да, просто охотник. Да я не сожгу ничего, что ты ссышь? О! Капелюшечки не хватило. До левелапа. Что ты будешь делать? Ну ничего, мы сейчас поднимем. Мы на бандитах поднимем. Это я обещаю. Под конец эпизода надо будет еще топовый контент для Ютуба запилить. Вот тоже все, как он любит. Я попрошу тебя где-то вот секунд за 5 до того, как я начну, уши закрыть. Мишка. Смотри, он на меня. А, он на лесу согрелся. Эй, ты! Вообще-то тут есть более жирная цель. Только она тебе не по зубам. Косолапый. Вот, кстати, в чем прикол 4 залпов подряд. Целый рубин из него вытряс. Вот это я понимаю. Заслуженная награда. Что происходит? А, я замерз уже? А, дождь пошел. Ну да, логично. Давай спустимся к лагерю, и там я отогреюсь. Ну да, у меня еще и броня так себе защищает от холода теперь. А здесь тепло? Не знаю, да, кажется, тепло. Вот, тебе, кстати, вот ответ на вопрос, почему важно 4 залпа подряд выпускать. Вот я сейчас медведя развалил, а в серебряной броне не развалил бы, потому что... И потому что мне бы не хватило. Креветка тоже пришла погреться. Далеко я вообще от этих золотых? А, уже рядом. И Картавастен тут рядом. Так что я сейчас погреюсь. И, в принципе, можно сразу идти за этими бандитами. Так. Все, я согрел себя. Свою хвостатую
Talos guide you. Ух ты! А, ты ранен? Знаешь, я, наверное, не буду тебя отвлекать. А еще тут бесплатное лежит. Смотри. А много у вас бесплатного лежит? Если бы креветка еще не мешалась, вообще было бы замечательно. А это тоже бесплатное лежит. Ух ты! 4 зелья исцеления болезней. Ну, я думаю, им же оно не понадобится, правда? Ты ведь здоров как бык, я смотрю. Ну, отдыхай, дружище. Лидия, пойдем. Я только самое ненужное у них забрал. Всего лишь все зелья лечения. Да, они справятся, тут климат хороший. Можжевельники растут. Знаешь, как от можжевельника здоровье поправляется? Ух! С ума сойти можно. А тут есть брод? Или мне придется переться? Сейчас, подожди, у козы спрошу. Коза говорит, брода нет. Говорит, плыви, падла. Ну, я и поплыл. А Лидия плавать не умеет. А что? Где? Рыбка. Не простая, а золотая. А говорящая, наверное. А где враг-то? Я не вижу. Это рыба была? Что за враг? Кто? Все, неважно, мне лень искать. А Лидия там пошла разборки устраивать, но... Я никого не вижу. Смотри, коза воскресла. А, это вторая. Подруга пришла. Хотели тут посплетничать на берегу реки. Ну, я им и сплел. Два милых, уютных козьих гробика. Думаю, им понравилось. Это живое или это декорация? По-моему, оно шевелится. Нужно кого-то победить, значит, нужно стрелять. Да. Это бандит был. Попадать бы еще. Ой, а вас тут больше, да, чем я ожидал? Лидия! Он кого-то скастовал. Ой, подожди. А че вы в таких целых золотых доспехах? М? Лидия, ты плавать умеешь вообще, нет? Смотри, я тебе еду принес. Ой, мне кажется, сейчас цирк начнется, да? Да. Начинается цирк. Они плавать не умеют, Лидия плавать не умеет. Без Лидии я с ними драться не хочу, а они не хотят драться со мной, пока я с Лидией. Супер. Чё там у меня в активных эффектах? А, нет. Показалось, что я заболел. Ну вот, баф получу от этой креветки, но... Я по ним не попадаю. Мне кажется, что это будет реально какой-то... битва инвалидов. Потому что им по мне попасть сложно, мне по ним попасть вообще нереально. Хотя, подожди, кажется, вполне себе реально. Угу. Ай! Но они по мне попадают куда больнее. Тем более я один, а их четверо. И кажется, зря я гнал на золотые луки. Они похоже, действительно наносят урон. Ребят, ну и что мы будем делать теперь в такой ситуации? У нас какой-то пат образуется. Вы по мне не попадаете, я по вам. Ну, по лучникам я попадаю. Кстати, приятно. По-моему, самая главная цель моих попаданий это лучники. О, они, кажется, на дно пошли. Так уж, может, вы там и передохнете, да, себе спокойненько? Подожди. Подожди, сейчас. Я ради тебя даже зелье маны выпью. Даже два. Хорошо тебе, да? Искупайся еще.
Сейчас меня будут бить по жопе. Если я не выпью еще несколько зелий маны. Три. И лечилку. Как хорошо, что ты вылез. Мне самое главное, чтобы... Лидия, помоги, я застрял. А ты кто? Так, вроде двоих выпилили. Лили. Лут убегает. А все, он не утечет вроде бы. По крайней мере, я надеюсь. А где еще? Тут, кажется, еще было двое. Сейчас разберемся. Потому что золото. Золото святее, чем все остальное. Так, ты враг? Нет, ты креветка. А враги на той стороне остались. Так, а ты вроде как тут у них главный, да? Топор золотой. Кинжал золотой. Всякие штуки. Свиток призыва золотого святого воина. А! Так тот был призываемым, его даже полутать нельзя. Обидно. Completed. И чё? Ну, я прочитал его журнал. Я что-то узнал от этого? Да, похоже, что-то узнал. Что я узнал, мне не расскажут. Ты под водой там? Да, ты под водой. Ну и плавай себе. Пока не помрёшь. Слушай, а... Хотя нет, наверное, нужно их добить по-хорошему. А потом уже идти отогреваться. А где? Ты откуда стреляешь? Эти... А, все. Примерно понял направление. Нужно сейчас... Ага. Я вне зоны твоей досягаемости. А, вот, смотри, выполз на берег. Из-под куста. На! Лучок. Сейчас тебя тоже достану, ты подожди. Ты не думай, что я тебя отпущу. Ну, точнее, я тебя отпущу, конечно, с миром. Но только мне нужно конфисковать всю твою броню. Она стоит денежек. Так. Остался еще один. А может, у них в лагере костерчик найдется, чтобы мне не пришлось переться обратно к браткам? Ага, ага. Кайт, кайт. Так. А выпью еще одну. Потому что могу себе позволить. Ты куда? Еще не закончили. О, замечательно. Не, по деньгам охота за этими бандитами очень прибыльное дело. И еще б Лидия не тупила. А, в Картавасте не отдохну. Так. Ну это... Призыв всяких золотых. Это... Еще золотая штука. Еще золотая, еще и... Черные камни душ. А, но всего 268 веса уже занято. Душевный томат. Ну хорошо. Душевный так душевный. Возьму 250 за томат. Ты чё? Такие помидоры. А я обыскал. И чё? Привет, Лидия. Так, я их обыскал, лагерь, да. И... А, давай посмотрим. А, я понял. Вам, по-моему, этот элемент задания уже не нужен. Ну, окей. Я все обыскал, все, что здесь можно украсть ценного. Ну, как украсть, честно позаимствовать, конечно же. И все. Но тут обычный, тут бездушный таман был. Тот душевный, тот стоит 250, а этот всего за четверочку. Души в нем нет. На заводе вырастили. В каком заводе? Ну, естественно, на этом, на шестереночном. Где же еще томаты выращивают, правильно? А я уже серьезно так подмерз, смотри. Это уже в духе философии, что хпшка это ресурс. Вот я 20% зарезервировал.
Полностью сознательно, конечно же. Так, тут... тут нет. Тут не тепло. Тут закрыто. Да тут есть вообще где-нибудь открыто? Тут тоже закрыто. Только не говори, что я замерзну насмерть. Пойдем в шахту залезем. Тут же тепло. Да, тут тепло. Тут я быстро сейчас отогреюсь. Ой, хорошо. Шахтеры, ребятушки. Вам тут вообще нормально сидится, я смотрю. Кстати, а работать-то кто-нибудь будет? Ну ладно. Похоже, не будут. У них, видимо, оклад. Не почасовая оплата, поэтому... Можно и посидеть. Часика 4. А там обед. А там домой. Нормально, знаю. Знаю такую схему. Работает безотказно. Все никак не согреюсь, ты смотри. О. Но я хочу, чтобы мне прям тепло было. Чтоб прям тепло-тепло. Может, по шахте пока полазить? Да, тут и делать нечего. У нас тут такой беспорядок. Свинарник какой-то, а не шахта. Как вы тут живете? Да вы что тут не живете? То как вы тут работаете? Это ж совсем ни в какие ворота. Куда санэпидемстанция смотрит? Все еще не очень тепло. Все еще... Подожди, давай я присяду на лавочку. Как, согреюсь? Чё, все еще нет? Может мне типа в шахте не согреться? Может тут типа слишком сыро? Чтоб мне было прям тепло. А, ну я не вижу солнышко у себя на компасе. Наверное, да. Солнышко за мной только хвостиком бегает. А на компасе солнышка нет. Такая вот печаль. Слушай, я... А я ведь это... Наелся. Ну, в смысле, что у меня... Да нет, не в этом смысле, что... Ну да, и проголодался тоже. Кстати, эти душевные томаты-то... Это ингредиенты, что ли? Нет. Пустой душевный помидор. Ну ладно. Ну, то есть вроде как он душевный, но душа его пуста. Нелогично. Похоже на 13-летнюю девочку. Нет, высасывать я его не буду. Не спрашивай, как это связано. Ну да не суть. Самое главное, что я в плане... Я наполнен. Наполнен инвентарем дорогого лута, который можно будет продавать сейчас. Так что я доволен. И это я только один лагерь разогнал. А там еще один где-то. Кстати, а где он? Что-то я помню, что он где-то... А, он под Виндхельмом. Ну, кстати, не очень далеко. До этого бежать было дальше. Но там еще и холодно. Там нужно будет тоже беспокоиться о своем душевном и телесном здоровье. Тут я под дождем, из-за этого в основном мерзну. А там будет под снегом. Там тоже буду в основном мерзнуть. Там, я смотрю, дальше по реке несколько, даже несколько, да, лагерей. Можно и их подзачистить. Но слушай, по сравнению с золотыми святыми... По сравнению с золотыми святыми... Ну, что-то как-то... Уже и не хочется обычных бандитов лутать. Так, привет, Хаосит, я вижу твой комментарий. Я на него отвечу прямо сейчас. Дальше будет следующий том.
Вот закончился тот том, начинается этот. Ну, в принципе, ты это и увидишь на следующий день. Так что все в порядке. У меня цель сейчас пройти Skyrim до конца. На хардкоре. Все. То есть сейчас я буду его проходить. Сколько эпизодов это займет, столько и займет. Типа, если это будет 40, ну 40. Ну, 40 вряд ли, потому что уже 31 глава. А, соответственно, скорее всего, ну 50, я думаю, глав будет. Может больше. Так, я пройду, получается, основную сюжетку, дальше посмотрю, стоит ли лезть в дополнение. Возможно, в дополнение я полезу, но другим персонажем. А этим просто сюжетку пробегу. Посмотрим. Тут все опять же зависит от того, заходят тебе видосы или не заходят. Я как бы теперь полностью ориентируюсь на зрительскую активность. Не хочу повторять свой косяк с Ведьмаком. Ну вот и домчались. Сейчас в Маркарте нужно будет отогреться, распродаться. И сразу в Вайтран, скорее всего. А хватит ли мне... Так, ай, мне смотри, капелюшки не хватило. До 47 дистракшн поднять. Но у меня... А, у меня красноречие, отлично. Мне красноречие сейчас догонит уровень. Это хорошо. Правильно, так и надо. Так, сейчас, кажется, еще все еще рабочий день. Давай начнем с обычных торговцев, которые там не... Сейчас, какого? Дай мне в голову мозгов, пожалуйста. Ни мышонок, ни лягушка, а неведомо зверушка. Вот что я хотел сказать. Не знаю зачем, но мне захотелось. Слушай, смотри. А здесь обручальное кольцо продается, а каджиты не брали. Оно что, краденое, что ли? Хотя нет, они ж наоборот краденое скупают. Ну ты можешь меня не поджимать, пожалуйста? Ну что вы тут все стали? Всем стадом. Так, давай начнем с того, что я не продам каким-нибудь этим. Каким-нибудь кузнецам. Вот это, например. О! Прогресс по левелу поднялся. Так, душевные томаты я, наверное, пока не продам. Ей нечем за них платить. Продам вот это. О, рецепт зелья. Слушай, давай я попродам все это... Лишнее. Зачем я эти записки коплю? Я что, Плюшкин, что ли? Что это за накопительство патологическое? Давай это все продам. Ей. Не знаю, зачем ей все эти записи. Оставлю только деву. Похотливую органианскую. И все. Так. Зелье очищения яда. Слушай, а оставлю. Лечение болезней, наверное, мне нет смысла держать больше двух там, например. Нет, эта штука мне ничего не подняла. Я так смотрел на эту книжку с жадностью, но, как оказалось, я ее уже читал. Так, сейчас я... Нет, я сначала все распродам, потом отдохну в таверне. Нет, я не буду отдыхать в таверне, я сразу поеду в Вайтран, там отдохну у себя дома. Белый человек. Ну, давай, тебе я распродам уже, так сказать, целевые товары все. Корочий меч, корочий продам, да.
шкуристые брони. Я сейчас посмотрю, может, у нее найдется что-нибудь. Из брони. А это легкая броня. И на одноручку. Такое себе, если честно. Так, Alteration. Нет. И это тоже легкая броня, поэтому... Увы. И ах, говно в штанах. У нее нет ничего полезного. Сколько у меня? О, у меня опять 11 тысяч. Да, у себя дома я подниму уровень. Причем очко я распределять пока не буду. Или буду. Я... Надо посмотреть... Надо, короче, посмотреть, куда его можно будет приладить. Если его некуда прилаживать, то очко я оставлю при себе. Никуда вкладывать я его не собираюсь. Потому что, по-моему, как только я догоню себе разрушение до 50, я смогу уже по-человечески и адепта прокачать, и усилить себе еще больше огненные заклинания. Я в целом, мне не очень понятно, куда я дел... Уже сколько у меня? 13-12 очков навыков? Куда они все делись-то? Я, по-моему, не то чтобы сильно много всего прокачиваю, но все равно их не хватает. Ага. Ну, это было ожидаемо, что я здесь задолбался ехать. Но за едой в таверну зайти придется. Или сколько сейчас времени? А, я аж до утра, ты смотри, я аж до утра перся. Ну да, всю ночь ехали. Таксист самоотверженный довез таки. Что, мне кажется, подозрительно медленно восстанавливается стамина. Но это не страшно, я как бы уже дома. Могу себе позволить растрачивать стамину столько, сколько пожелается. Так, пока для кузнецов рано, тем более я хочу сначала выспаться, чтобы... Получить себе бонус к прокачке навыков. Так, но для начала нужно закупиться едой. Потом уже заниматься всем остальным. Что у тебя как-то мало хрючего? И все? А, вот еще козья ножка или там еще какой-то кусочек мясца. Ты мне самому что ли готовить предлагаешь? Что у тебя? Что у тебя с едой? Тебя ограбили? Ты вызываешь меня на выпить? Все, изи, подожди, да я отосплюсь, мы с тобой бахнем. Ты чё думаешь, я с тобой не выпью, я с тобой выпью. Я с тобой еще как выпью. Ты меня недооцениваешь? Ты думаешь, я пить не умею? Я умею пить. Еще как умею пить. Часов 5 хватит отдохнуть. Давай 6. На всякий случай. Так. Со здоровьем вроде все нормально. Мне кажется, ману нужно восстанавливать себе, улучшать. А почему-то она все равно повреждена. Мне кажется, что я не высплюсь. Так, ну на спиче мне делать особо нечего. Но я его, кажется, даже не буду больше качать. Тяжелую броню можно апнуть. Все-таки придется потратиться. Хотя... В этом поинте нет никакого смысла... До тех пор, пока я не прокачаю ее хотя бы ближе к 70. Так что не буду. Не буду брать этот навык. Так, сколько мне нужно? 60. А,
Ну тогда и в этом нет никакого смысла держать его. Короче, это очко солить нет никакого понту вообще. Так что я это очко, пожалуй, куда-нибудь вложу. Ну, скорее всего, наверное, уж тогда в тяжелую броню. Все-таки на хардкоре играю. Все. Нет, я полностью отдохнул. Поэтому можно продаваться. И после этого какой-то петушественник предложил мне выпить. А почему бы и не выпить, думаю я. Так что мы с ним выпьем. Нет. А, слушай, подожди, давай я посмотрю, что у тебя можно. Легкая броня. Шок резистанс. Не хочу. Фрост резистанс тоже не хочу. Луки. По-моему, у нее стало появляться больше зачарованных вещей, что меня не может не радовать. Ну, либо я сам себе это придумал. Есть что-нибудь недорогое? О, на. И ботинков тебе сбуду. Так. Давай вот так. Ну и в принципе все, я почти распродался целиком. Мне нужно только к соратникам сгонять. Прокачать себе броню. И после этого можно будет накидаться вместе с тем уважаемым товарищем. Товарищем. О, тебе еще и с реклетки можно продавать. А, смотри. А все. Вот, вот и кончился дед Максим. Что я быстро его ограбил. Давайте ингредиентов еще сбуду. Всяких грибочков неизвестных мне. Я не знаю, ну, наверное, их легально продавать, если ты их скупаешь. 12,5 тысяч. Сейчас пойдем еще в небесную кузницу. Сейчас еще там продам. Да продам то, что у меня осталось из брони. И после этого поболтаем с Вилкосом. Или с Ложкосом. Ну, с тем, который меня броню усиливает. А, я забыл совсем, да, смотри. Топовый контент для Скайрима. Лучше уши заткни или звук выключи в видосе нахрен. Потому что сейчас кое-что будет. Вот так, смотри. Лучший контент для Ютуба, по мнению, видимо, самого Ютуба. 3, 2, 1. А где? Все, можешь слушать меня, да, дальше. Я, кстати, потерял этого, серую гриву. Ну, ладно, окей. А остальное, думаю, да продам, это не критично. 92 единицы всего. О! А я тебя как раз ищу. Ну, по полторашке. Конечно, жирненько, но... Опять же, у меня денег много. Девать их куда-то надо. И прокачивать броню как-то надо. А делать это приниманием урона в лицо я не очень хочу. Поэтому я буду действовать вот так. По обстоятельствам, так скажем. А еще, я полагаю, сегодня можно продолжить добрую традицию. Кончание, заканчивание, оканчивание глав на колодце. А в начале следующей главы, похоже... Выпьем вон с тем товарищем, и после этого отправимся дальше кромсать бандитов и докачиваться до адепта магии разрушения. Думаю, на то мы порешили. А, подожди-ка. Еще я куплю еды, потому что у меня ее, кажется, мало. Но в любом случае, следующая глава будет интересной. Так что никуда не уходи, я сделаю нам чаю.